Ребят, у нас обед, и мне привезли казахский кинокорм. Я попросил отварить курочке кусочек, грудку куриную. Паша, не рассчитывай, это мой обед. И мне даже перчатки принесли. Внимание, казахский кинокорм. Готовы? Нет. Ну, он долго будет это делать, я пока спущусь. Тут серьезный подход, да? Слушай, давай ты не издевайся над ней, пожалуйста. Рассыпь. Люблю Казахстан.